Щелково становится все больше собак, у которых в ухе есть специальный опознавательный знак «Бирка». У нас в округе, как и во всем Подмосковье, по отработанной системе проводят отлов безнадзорных псов, вакцинацию от бешенства, стерилизацию, а затем возврат на места обитания. При этом отлавливают только собак без ошейника. В минувшую пятницу во Фряново вернули трех собак, которые были отловлены здесь же, причем это делалось по просьбам местных жителей. После поступления из администрации заявки в службу отлова собак помещали в специальный приют, находящийся в Пушкинском районе. Там проходит десятидневный карантин, после чего и делать процедуры стерилизации, вакцинации, чипирования, беркования. Также животные находятся еще на послеоперационном периоде, то есть это примерно 14 дней. После чего оно возвращается в, на прежнее место обитания, вот как сегодня мы видели. Таких собак стерилизованных, вакцинированных от бешенства, чипированных легко отличить по яркой бирке в ухе. Эти животные не представляют опасности для людей. После стерилизации у собак а, у них успокаивается гормональный фон, то есть они становятся спокойнее, дружелюбнее. Вот. И если видят жители собачку с бирочкой, значит можно быть уверен, что она стерилизована и не принесет нежелательного потомства. Работа в округе по отлову безнадзорных собак, их вакцинации и стерилизации продолжается. За прошлый год такие действия были произведены в отношении более 300 собак. В этом году процедуру прошли уже более 80 безнадзорных животных. Во всех случаях, когда требуется отловить собаку, надо звонить в администрацию по телефону 8 977 977 62 13. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.